пиарщики у нас идут сегодня в капитаны и свои яхты поведут в неведомые страны. Работа их всегда врал, и там не место скуке, им журналисты ставят бал. По врунгельской науке им журналисты ставят бал. По врунгельской науке. Любой пресс-секретарь любого филиала любого банка знает, что без поддержки в Генштабе, что называется, ничего в нашей работе сделать на самом деле нельзя. Последние годы два немножко не хватает страхового пиара. Я понимаю, что все страховщики сволочи. Но это как демократия, да? Лучше-то ведь никто ничего не выдумал. Так важно, какое ты место занимаешь, важно, что ты принимаешь участие в процессе оценки, можешь сравнивать себя с другими. Я тебе прыгаю из кожи.